это наоборот. Это опять мы в нашу часть сока. Это наша любимая рубрика. Опа. На Ролана Руси. Роджер, Роджер звонит. Мне нравится твоя прическа. Взрыв на макаронной фабрике называется. Нет! Да ладно, давай уже работай. Оператор на том месте валится. Короче, я могу прокомментировать съемки. Два чайника борются за предпоследнее место. Да, я должен бороться. Я это вырежу. Толкай, толкай уверенней. Я на толчке лучше вылежу, чем вы за столом. Опять на Роджера звонят. Так, Роджер опять звонит. Правильно, Виталик, там не видно, кто выиграл. Как обычно, два тормоза играют на больше-меньше.
Мы глянем, чтобы не набить, не поехали, знаешь?